Здравствуйте, я Семенова Марьяна Михайловна, учитель 29-й школы города Якутска. Сегодня буду вести занятие по русскому языку. Перед объяснением темы хочу привести слова Ральфа Эмерсона. Учитель – человек, который может делать трудные вещи легкими. Поэтому я постараюсь объяснить тему не научными фразами, а самыми простыми, легкими, понятными. Итак, обращаем внимание на экран. Здесь у нас разделы русского языка указаны. Выпускники, вы все знаете каждый раздел, что изучает. Но мы сегодня подробно остановимся именно на разделе орфография. Итак, орфография, что изучает? Орфография у нас изучает правописание слов. То есть мы будем сегодня на сегодняшнем занятии учиться правильно писать слова. И сегодняшнее занятие нам поможет не только к экзаменам, но и для всех нас грамотное письмо — это основа основ. Итак, наше занятие состоит из теории и практики. На сайте ФИПИ есть демо-версии. Раздел как раз орфография, это начинается с 9-го задания. И мы сегодня начинаем 9-е задание. Как сформулировано задание в демо-версии? На экзамене как оно будет? Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропущена безударная чередующаяся гласная корни. Запишите номера ответов. И даны 5 вариантов ответа. Выпускники, мы уже с первого раза должны обращать внимание на подсказки. В самих заданиях есть маленькие подсказочки. Во-первых, запишите номера ответов. Значит, в этом задании несколько будет ответов, не один. Во-вторых, смотрим на ключевое слово. Ключевое слово вот в этом задании, вот оно, безударная чередующаяся гласная корня. То, что мы должны с вами найти. Итак, но как мы с вами начнем и что нужно сделать для того, чтобы правильно найти ответ? Поэтому мы повторяем, вспоминаем правила русского языка. Гласное в корне слова делится на ударные и безударные. В ударном положении гласное четко слышится, поэтому мы знаем, какую букву писать. А вот в безударном положении, в позиции слабой, мы с вами можем затрудниться. Во-первых, безударную гласную можно проверить. Она у нас чередующаяся и непроверяемая. Словарные слова. Начнем с проверяемых. Проверяемые они самые такие легкие. Мы изучаем это с третьего, со второго класса. Например, вот пропущена здесь гласная в корне. Река. Можно проверить речка, ударением. Подбираем однокоренное слово. Чародей. Здесь у нас проверочное слово «чары», символический. Вот здесь пропущена у нас буква, соответственно, подбираем проверочное слово. Символ. Четко мы в ударном положении, в ударной позиции, мы слышим. Синева, синий. И здесь думаем. Лесной. Лесной и Илье. Мы не знаем, что делать. Подбираем проверочное слово. Проверяем ударением. Лес, лесной. Хорошо. Теперь непроверяемые слова. Словарные слова. То есть
их нужно запомнить наизусть. И последнее у нас, вот третье остается, чередующиеся гласные. Чередующиеся гласные оставила в самом конце, потому что здесь бывают трудности. Посмотрим. Подробно, значит, у нас вот проверяемые безударные гласные. Как быть? Что делать? Развиваются волосы. Волосы не развиваются, все-таки они веет. Проверочное слово веет. И поэтому мы здесь напишем развивается. Ребенок же развивается. Проверочное слово развеете. Поласкать ребенка. Ласка, проверочное слово. Поэтому у нас будет здесь А. Поласкать белье. Здесь мы подбираем проверочное слово. Полощет. Подбираем проверочное слово, значит, ударение мы проверяем. Именно вот где находится орфограмма, в корне находится. Следующий вот этот слайд, они непроверяемые безударные гласные. Невозможно подобрать проверочное слово. Поэтому здесь я указала несколько словарных слов. Их в русском языке очень много. Нужно запомнить. Например, конфорка, линолеум. Следующий слайд – это уже чередование. Чередование гласных в корне слова. Вот здесь нам нужно запомнить. Чередование мы учили в 5 классе. Чередование гласных на е и, то есть самые основные какие: бер бир, мер мир, пер пир, дер дир, тер тир, стел стил, жек жик, че чит чет, блест блист. Здесь мы должны обратить внимание на именно чередующиеся гласные, то есть выбирает или выберет. А чередующиеся, как узнать, пишется «и» или пишется «е»? Нужно обратить внимание на суффикс «а». Если есть суффикс «а», мы с вами пишем в корне гласную «и». Например, вот «собирать» – суффикс «а», соответственно, стоит после корня, поэтому здесь в корне мы пишем «и». Следующее чередование – это у нас «косказ». Лаглож, чередование на а, я, им, ин, а, снять с ним, жать, жим. Также у нас есть чередование, которые определяются ударением. Гар, гор, зар, зор, клон, клан, твар, твор. Допустим, слово загар под ударением, поэтому здесь пишем а, загорелый. Ударение не падает, поэтому гор пишем. Самое главное здесь запомнить, какие есть чередования, чередующиеся корни. Есть раст, ращ, рост. Обратите внимание, что корень начинается с буквы R, заканчивается ST согласными. Поэтому здесь мы напишем букву А. Корень начинается на «р», заканчивается «ща», поэтому мы здесь пишем тоже «а». А если корень начинается с «р» и заканчивается «с», то посередине мы напишем «о». «Скак», «скотч» есть. А вот здесь зеленые квадратики – это слова-исключения. По значению корни тоже у нас они делятся. Мак, мог, равен, ровен. Например, макать, можно перо обмакнуть, промокнуть, уравнение, уравнять, равнина, вот слово исключение. Также есть у нас чередующиеся корни плав, плов,
Пловец, пловчиха, пловцы, плавну – это у нас исключение. И тут дается алгоритм девятого вот задания. Как выполнить? Вначале мы в словах выделяем корень. Корень с чередованием. Если «да», значит, это слово с чередующейся гласной корня. «Нет», не с чередованием. Что делаем? Можно ли подобрать проверочное однокоренное слово? Задаем себе вопрос. Если «да», можно проверить. Соответственно, это у нас орфограмма будет называться «слово с безударной проверяемой гласной в корне слова». Можно ли подобрать проверочное слово? Нельзя, невозможно. Не чередующееся гласное, не проверяемое. Значит, это у нас непроверяемое в корне слова. Итак, мы вначале смотрели с вами демонстрационный вариант 2020 года, именно девятое задание. Задание мы с вами прочитали. А вот выполнить мы с вами не выполняли. Теперь нам нужно выбрать несколько ответов. Какие же будут? Смотрим. Пожалуйста, проследите за ходом моего рассуждения. Как нужно рассуждать? Итак, смотрим на задание. Сжигать орбитальный сразу не подходит, потому что здесь чередующийся, здесь проверяемая орбита. Вызволить. Воля. Это не чередующийся. Второе задание не смотрим тогда. Третье, вот здесь, экзамен, тоже не подходит, потому что это не чередующийся, а проверяемое. Четвертое, разгореться. Гор-гар, клан-клон, рос-ращ. Да, это чередующиеся корни, значит, ответ 4. Далее, пятое, выбирающий. Бир-бер, чередующийся, зарница, зар-зор, выложит, лаглош. Соответственно, здесь у нас ответом является 4-5. Итак, дорогие выпускники, желаю вам удачи на экзаменах. Пусть у вас все будет хорошо.